and I'm currently attending the 10th grade. Всем привет, меня зовут Кора Хедебрант, я живу в Швеции, в Стокгольме, и хожу в школу, учусь в 10 классе. My career in acting is not a very long one, but for me it is, because I'm only 16 years old and started when I was 8. Ну, на самом деле, моя актерская карьера не такая длинная, возможно, но для меня она действительно долгая, потому что мне сейчас всего 16, а началась моя карьера, когда мне было 8. And well, it all started out with that I nagged on my parents to let me go on an audition, because well, I was such an underdog at school and I wanted respect, I guess. But the funny thing was that later I only played underdogs. На самом деле все началось с того, что я просто умоляла своих родителей отпустить меня на прослушивание, на пробы. Я, наверное, хотела добиться чего-то значимого, потому что в школе я была таким немножко забитым парнем. Но ирония судьбы в том, что потом мне всегда доставались роли как раз забитых парней в кино.